Едва не закончился трагедией пожар в многоэтажке в Новоюжном районе Чебоксар. Выгорело всего 10 квадратных метров, брендмейстеры даже классность возгоранию не присваивали. Но жильцы дома в произошедшем видят прежде всего угрожающую тенденцию. О причинах, а главное о следствии случившегося, Екатерина Шеверова. Этот дом в народе называют «Китайская стена». Таких по стране сотни, если не тысячи. В Новом Новоязе – человейник. Когда начался пожар, Лидия Зайкова – баба Лида. Для соседей первой забила тревогу. У нас горит что-то. Она говорит, не у нас говорит. Это не наше говорит. Потом смотрю, с улицы идет дым сильный. Потом я ее говорю, иди-ка сходи домой, может, они спят, говорю. Она пошла, никто не открывает. Никто не открывал, но в горящей квартире был человек. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире, расположенной на 7-м этаже здания. Огонь охватил мебель в зале. В квартире в этот момент находилась 30-летняя дочь хозяина. Женщина отравилась угарным газом и потеряла сознание. Из-за дымного помещения ее эвакуировали сотрудники МЧС. Пострадавшая доставлена в больницу. Пожар ликвидирован спустя полчаса. В тушении задействованы 6 единиц основной и специальной пожарной техники. Причина возгорания в настоящее время устанавливается. 30-летняя женщина не смогла самостоятельно покинуть место пожара, корректно говоря, из-за особенностей психического развития. Она живет с родителями, но иногда все-таки остается дома одна, без присмотра. Этот пожар уже не первый. Бывали. А из-за чего в основном? Ну, наверное, где-то и халатность нашего председателя, потому что надо осматривать, что у нас на площадках, какая вот, есть ли там отметки, курить нельзя, допустим. Наверное, нужно потщательнее смотреть. Вообще-то страшно, конечно. Реальную причину возгорания теперь установят эксперты. По словам соседей, пострадавшая женщина не курила. Екатерина Шеверова, Регина Кубайкина, Павел Рядков, Республика.